Хотите просто и быстро создать видео? Попробуйте видеоредактор Movavi. Легкий в освоении, с огромной коллекцией фильтров, эффектов и переходов. Отлично подойдет как для новичков, так и для профессионалов. Попробуйте бесплатную пробную версию в описании. Также воспользуйтесь купоном в 30% на покупку видеоредактора Movavi. Профессия каскадера не только очевидно опасна, но и очень неблагодарна. Ты прыгаешь с 9 этажа, разбиваешь лбом стекла, горишь заживо, а в итоге на пленке торгует лицом какой-то смазливый красавчик, за которого ты исполнил все трюки. Тем не менее, безбашенные ребята и по сей день востребованы в кино. И несмотря на усовершенствование технологий, появление графона и развитие техники безопасности, некоторые трюки по-прежнему заканчиваются летальным исходом. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу вам о 10 случаях, когда безумные или самые обыденные трюки приводили к смерти каскадеров. Особо впечатлительным не рекомендовал бы смотреть. Смерти тут, как вы понимаете, происходили не во сне, а наяву и довольно неприятные. Кун Лью, Неудержимые 2. Сиквел Неудержимых вышел в 2012 году, так что его без всяких оговорок стоит причислять к современным фильмам. Но идейно франшиза принадлежит к старым добрым боевичкам из 80-х. Те же актеры, те же сюжеты, тот же абсурдный экшен на экране. Сам Сильвестр Сталлоне не раз подчеркивал, что большинство трюков и спецэффектов в фильмах создавались без использования графики. Таким образом, создатели ностальгировали и отдавали честь фильмам своей молодости. И многие были благодарны им за такой подход, в том числе и я. По крайней мере, первая часть действительно отлично зашла и позволила на полтора часа окунуться в мое детство из эпохи ВХС. Но 27 октября 2011 года традиционные косяки в традиционных методах привели к традиционной трагедии. Большинство инцидентов с пиротехникой на съемках происходит из-за того, что мощь взрыва и его последствия не удается просчитать должным образом. Так произошло и в этот раз. При съемках сцены взрыва надувной лодки бабахнуло сильнее, чем рассчитывали. В итоге один из находившихся в ней каскадеров был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, а каскадер Кун Лью и вовсе погиб. Крис Лейман, сквозные ранения. Ох уж этот Стивен Сигал. Можно было бы сказать, что он и Сильвестр Сталлоне одного поля ягоды, но у Слая периодически все же проскакивали мощные фильмы. А вот Сигал, который теперь почетный россиянин, гораздо чаще был гарантом знатного трешака. В 2000 году он участвовал в съемках фильма «Сквозные ранения». Совершенно обычный для Сигала боевичок класса Б, но он был омрачен не самым обычным инцидентом. В фильме есть сцена погони, в которой автомобиль тащат по дороге перевернутым. Внутри находились двое опытных каскадеров. Казалось бы, совершенно пустяковый трюк для профессионала, но нет. Оказалось, что фургон тащили слишком быстро. Каскадер Том Шредер получил сильное сотрясение мозга, а Крис Лейман ударился головой с такой силой, что пробил себе череп. Их отправили в больницу, а сцену пересняли. В этот раз перевернутый автомобиль тащили медленней, и никто не пострадал. Но, к сожалению, Крис Лейман все-таки умер от черепно-мозговой травмы 23 августа 2000 года. Альберт Джон Бакунас, Сталь. Когда-то Альберт Джон Бакунас, также известный как AJ, был учителем в средней школе, но в середине 70-х решил попробовать свои силы в киноиндустрии. AJ прославился в среде киноделов как бесстрашный каскадер, который мастерски исполнял падения с большой высоты. Он установил мировой рекорд как прыгун с высоты в 70 метров с вертолета на съемках фильма «Хупер», который вышел в 1978 году. В том же 78 году Бакунас исполнял трюк для фильма «Сталь». AJ успешно прыгнул с 9 этажа Кинкейд Тауэр в Лексингтоне. Позднее он узнал, что другой каскадер по имени Дар Робинсон побил его рекорд, прыгнув с высоты 87 метров на одном из шоу. Бакунас решил вернуть себе первенство, для чего решил вернуться в Лексингтон и переснять свой прыжок. 21 сентября 1978 года каскадер спрыгнул с 22 этажа. При этом внизу за его прыжком наблюдали более 1000 человек, среди которых был и отец AJ. Высота прыжка составила 96 метров, а сам каскадер при падении развил скорость в 185 км в час. Прыжок и приземление он исполнил идеально, но удар был такой силы, что надувная подушка не выдержала и лопнула, а Бакунас ударился об землю. На следующий день он скончался от полученных травм, а его неудача на долгие годы отбила у каскадеров желание прыгать с большой высоты.
Дар Аллен Робинсон. Тайна ценою в миллион. Тот самый Дар Робинсон, который побил рекорд Эй-Джея Бакунаса, тоже не избежал печальной участи и погиб на съемочной площадке. Коллеги знали Робинсона как очень профессионального каскадера. Он побил 19 мировых рекордов и 21 раз был первым человеком, который исполнил какой-либо оригинальный трюк. За 19 лет своей карьеры Дар не получил ни одного перелома, благодаря тому, что тщательно планировал все свои трюки. Его без преувеличения можно назвать новатором в области каскадерского ремесла. Помимо того, что Робинсон был первопроходцем в исполнении многих элементов, он придумал использовать кабели и замедлители, которые крепились к спине и использовались при падении вместо надувной подушки. Как ни печально, погиб каскадер при выполнении довольно простого трюка, а не при падении с высоты, как можно было подумать. На съемках фильма «Тайна ценой в миллион» весь медперсонал был уволен после выполнения главного трюка в целях экономии. Для Робинсона оставалась довольно рутинная работа. В частности, 21 ноября 1986 года он должен был с высокой скоростью проехать на мотоцикле перед камерой. Крайне простая задача для такого профессионала. По каким-то причинам каскадер пролетел мимо точки торможения и разворота и вместе с мотоциклом рухнул с 8-метрового обрыва, который находился недалеко от съемочной площадки. Дар получил смертельные травмы, к тому же медиков поблизости уже не было. Каскадер погиб в возрасте 39 лет. Арт Шоль – лучший стрелок. Арт Шоль был американским летчиком, мастером высшего пилотажа и авиаинструктором. В США он был широко известен как в среде киноделов, так и далеко за ее пределами. Шоль участвовал в многочисленных авиашоу и воздушных гонках, а в 1985 году принимал участие в съемках фильма «Лучший стрелок». 16 сентября того года летчик управлял небольшим самолетом, на котором была закреплена камера. По плану над океаном он должен был выполнить несколько фигур высшего пилотажа, которые много раз исполнял ранее. Члены съемочной команды, находившиеся на берегу, видели, как самолет Арта свалился в плоский штопор, из которого не смог выйти. Последними словами летчика, которые он передал по радиосвязи, стала фраза: «У меня проблема. У меня серьезная проблема». После этого очевидцы видели, как самолет упал в океан. Ни обломки самолета, ни тело Арта Шоля так и не были найдены. А точная причина катастрофы до сих пор не установлена. Соня Дэвис – «Вампир в Бруклине». Фильм «Вампир в Бруклине» был задуман как комедийный ужастик, в котором Эдди Мёрфи предстал в образе вампира. Неизвестно, было ли на съемках фильма весело, зато элементы ужасов там точно были. По очевидным причинам, профессия каскадера считается не женским делом, но на самом деле женщин-каскадеров не так уж и мало. Соня Дэвис была одной из самых уважаемых каскадерш в Голливуде. В 90-х годах именно она исполняла большинство трюков за чернокожих актрис в американских фильмах. На съемках «Вампира в Бруклине» Соня была дублером актрисы Анджелы Бассетт. В одной из сцен она должна была прыгнуть спиной вниз с 13-метровой высоты. Родственники Сони, которые присутствовали при выполнении трюка, впоследствии рассказывали, что перед прыжком она долго сомневалась и нервничала. Последними ее словами была фраза «Вы точно уверены?», которую она крикнула вниз координатору каскадеров. В конечном счете Соня все же прыгнула. Она приземлилась на надувную подушку, но та сработала как батут. В итоге девушка отскочила прямо в стену, после чего упала на землю и разбила себе голову об асфальт. Ко всему прочему, на съемочной площадке не оказалось врачей, поэтому Дэвис минут 15 лежала без помощи до приезда скорой. После 13 дней комы она умерла, так и не придя в сознание. Пауло Рижон, «Только для твоих глаз». Подавляющее большинство фильмов, посвященных агенту 007, буквально напичканы разнообразным экшеном, перестрелками, погонями, взрывами и прочими радостями жизни. Само собой, вся эта красота требовала регулярного привлечения каскадеров, и на съемочной площадке не обходилось без несчастных случаев. Один из них закончился летальным исходом. В одной из сцен фильма «Только для твоих глаз» есть сцена погони, где Джеймс Бонд гонится за злодеем по бобслейной трассе. Во время съемок этого эпизода мчавшийся на огромной скорости Боб вылетел за пределы трассы и врезался в дерево. Находившийся в нем каскадер Пауло Рижон погиб на месте. Парень только начинал свою карьеру в кино. На момент смерти ему было всего 21 год. Гарри О'Коннор, «Три икса». И снова наглядная и кровавая иллюстрация, с помощью которой земная физика доходчиво разъясняет опасную связь скорости, массы и гравитации. Фильм «Три икса» был буквально нашпигован ураганным экшеном и экстремальными трюками. Многие из них выполнял сам Вин Дизель, но самые опасные, само собой, были работой его профессиональных дублеров. Одним из них был каскадер Гарри О'Коннор. В сцене, где герой Дизеля гонится за лодкой на параплане, а потом скользит под мостом на трассу, Гарри должен был выполнить этот сложнейший трюк.
трюк. И он его выполнил, но решил проявить ненужный перфекционизм. Гарри посчитал, что проскочил слишком низко, из-за чего сцена вышла не столь опасной и напряженной. Он уговорил режиссера Роба Коэна переснять трюк, что и было сделано. Вот только если в первый раз Гарри не добрал с опасностью, то во второй не рассчитал и перебрал. Он начал скользить слишком поздно и влетел в мост на скорости примерно в 70 км в час. Мощный удар убил каскадера мгновенно, а создатели картины почтили его память, включив начальные кадры его последнего трюка в финальную версию фильма. Пол Мантц. «Полет Феникса». В 2004 году вышел фильм «Полет Феникса» с Деннисом Куэйдом в главной роли. Фильм, повествовавший о развалившемся в пустыне самолете и его экипаже, был холодно принят зрителями и провалился в прокате. Сейчас уже мало кто вспомнит, что этот фильм был ремейком одноименной ленты, которая вышла в 1965 году. Причем ныне бородатый оригинал был очень даже успешен. В то время еще не слышали о графоне, поэтому в съемках участвовали настоящие самолеты с настоящими пилотами. В одной из сцен снимали крушение самолета. По замыслу он должен был сломать шасси и проскользить по земле на брюхе. Пилотировал самолет известный в то время летчик, участник воздушных гонок и каскадер Пол Манс. Несмотря на большой опыт пилота, после удара о землю самолет разломился на две части и зарылся носом в землю. Пол Манс погиб мгновенно, а второй пилот получил тяжелые травмы. Хосе Марко, «Людоед». Все каскадеры, упомянутые в этом ролике, либо погибли мгновенно, либо умерли, не приходя в сознание вскоре после неудачного трюка. На первый взгляд, это так себе плюс. Но в сравнении со случаем Хосе Марко, мгновенная смерть выглядит как высшее благо. В 1967 году в Мексике вовсю шло производство фильма «Людоед», который в оригинале называется «Акула». В одной из сцен планировалось снимать людей в непосредственной близости от настоящей акулы. Ее предварительно обкололи какими-то снотворными, но на съемочной площадке не было специалистов, а сами киноделы явно не шарили. Акула неподвижно лежала на воде, когда к ней приблизился каскадер Хосе Марко. Внезапно хищник очухался, набросился на человека и стал нещадно рвать его зубами. Каскадер погиб раньше, чем окружающие его идиоты смогли что-либо предпринять, но умер мучительной и далеко не самой быстрой смертью. Причем весь этот ужас был заснят на пленку. Но даже такую кровавую трагедию смогло затмить простое человеческое скотство. Продюсеры фильма не только не чувствовали своей вины в произошедшем, но и решили использовать смерть каскадера в целях продвижения фильма. Режиссер Сэмюэл Фуллер конкретно охерел с такого расклада и свалил из проекта. У широкой общественности тоже справедливо пригорело по данному поводу, в связи с чем фильм был бойкотирован и его быстро предали забвению. Ребят, если вам понравился ролик и хотите увидеть видео о 10 актерах, которые умерли во время съемок, то давайте наберем 15 тысяч лайков под этим видео. Так я пойму, что вам интересно и стоит выпускать следующее видео по теме. А также не забудьте подписаться на мой паблик. Туда мы с ребятами публикуем только самые интересные новости из мира кино. Так что подписывайтесь и до скорого. Пока.